Этот проект осуществляется благодаря национальному проекту «Культура». На самом деле уникальность, наверное, расскажу этого проекта. Он был рассчитан у нас на 2 года, то есть 2020 и 2021 год. Но Министерство культуры в 2019 году уже выделило нам денежные средства в размере 60 миллионов рублей для того, чтобы уже проект начался в 2019 году. И на самом деле, благодаря тому, что за 2 года мы, так скажем, финансирование переставляем на 2020 год, в этом году Теремок, как начавшись работу большую, начав свою большую работу и закончив в декабре этого года. Если вы сейчас пройдете по экскурсии, увидите, что практически от старого ТВК ничего не осталось. Все демонтировано. И сцена будет новая, да, и потолки, и стены, и полы. Ну, то есть практически все наш Теремок будет новым. И на сегодняшний день подготовка идет активным образом. Ничего не повлияло, собственно говоря, на то, чтобы остановились наши работы. И они как начались у нас практически не дали месяцы и не заканчивались ни на один день. Система отопления у нас меняется полностью или появляется заново система вентиляции. Да? Примерно 40% работ уже сделано, то есть выполнены почти все черновые работы, выполнены все демонтажные работы, выполнены все работы по укреплению фундамента. Сейчас переходим к созидательной деятельности, к восстановлению того, что демонтировано, и к монтажу нового оборудования. На сегодня приступили к монтажу наших витражей. На сегодня штукатурим и красим уже фасад. На сегодня мы вышли на крышу, ее заново строили. То есть внешние работы уже близки к завершению. Работы внутри театра идут полным ходом. Первые фуры с нашим театральным оборудованием уже стоят в Москве загруженные, ждут отмашки, когда мы готовы будем их здесь принять. Мы планируем, что где-то через неделю или 10 уже могут приезжать, начинать монтировать первое театральное оборудование. Работает. Коллектив ни одного дня не простоял без дела. Если вы следите за нами в социальных сетях и на нашем официальном сайте, то вы видите, что мы выкладываем наш контент, действующий или те спектакли, которые уже сняты из репертуара. Мы запустили несколько новых проектов. Наши актеры озвучивают сказки наших читателей. Да, это очень интересный проект, который очень понравился нашему зрителю. И самое главное, мы занимаемся текущей деятельностью. В режиме видеоконференций актеры учат новые роли, разучивают новые спектакли, которые мы должны выпустить в этом году. Это называется читка. То есть, во главе и под руководством главного режиссера занимаются читками, разучивают роли. Пока вот этим. Как только режим карантина и самоизоляции закончится, у нас готовы куклы для той премьеры, которая должна была состояться в мае месяце к Дню Победы. Сразу выходим на сцену, начинаем репетировать, и вот летом, в начале сентября, мы покажем все премьеры, которые планировали. Да, вот, стройка. Да,
наблюдаем за качеством, коллеги. Дайте. Стоит не готовит за качеством проведения строительно-монтажных работ. В данный момент работы идутся с хорошим качеством. Подрядчик следит, оперативно реагирует на все замечания по строительному контролю. Ну и, соответственно, устранение. То есть объект будет с высоким качеством сделан. И в сроки, которые будут в контракте. Какой-нибудь пример можно? Ой. Оштукатурено. Сплошь. То есть не клочками, не пятнышками, а выглядит на сплошь. То есть вы можете смотреть на ту смесь, сначала моют, потом...